Проблема с дымящейся и извергающей зловоние горой в кукурузу известна давно. Способы решения этой проблемы предлагались разные. Сейчас вроде бы остановились на переносе ее, а точнее ее самого опасного содержимого, в безопасное место. Ведь эта гора по всем документам проходит как место захоронения отходов. Иными словами, это просто свалка опасных отходов. И на каждом из этапов проходит открытое обсуждение проблемы и способов ее решения с участием общественности и жителей поселка Кукурузы. Люди волнуются, переживают, и у них есть масса вопросов к проектировщикам, Министерству окружающей среды и другим официальным лицам, продвигающим в жизнь проект переноса горы. Так как она все еще опасная, и люди боятся, что может опять загореть. И вот произошли дополнительные исследования, дополнительные документы оформлены, и все люди могут сегодня опять же получать ответы на свои вопросы. Представитель Министерства окружающей среды, руководитель проекта Райму Яксу, считает, что опасности тут никакой нет. В настоящее время предпочтительный вариант, который мы обсуждаем, это перенос горы в другое место, чтобы уменьшить риски для окружающей среды. Бояться этого процесса не стоит, опасности никакой нет, у нас ведь уже есть опыт подобных действий, сказал нам Райму Яксу.